Так, ну что, день X настал, машина уже, не знаю сколько она, недель две, наверное, стоит у нас в офисе, сделали все там, почистили, подкрасили, в общем, все, что надо, сделали. Сейчас поедем вручать машину. И у меня, короче, какая созрела эта идея? Я не очень люблю вот эти вот все, значит, спасибо за сына, спасибо за дочку, клеечек, или тут цветы, вся вот эта херня, короче, мешая. Я не очень люблю. И решили, мы подумали, что надо сделать что-то необычное, может быть, как-то разыграть. Потому что, в принципе, жена, она знает, что, ну, мы хотим там ей когда-то в ближайшее время, соответственно, машину купить. Но то, что я что-то смотрел, что-то выбирал, она не знает. Плюс папа мой ей там поднасыпает о том, что типа у тебя там муж не телится, никак тебе машину не купит. Короче, все нормально, я думаю, что она не догадывается. Сейчас мы, значит, едем во двор, там паркуемся, вешаем камеры, ну и попробуем сделать так, в общем, чтобы она не понимала, что мы идем смотреть машину, а идем вроде как она мне должна помочь что-то донести из машины. Вот посмотрим, что из этого получится. Обломается у нас все это дело или не обломается. Так что смотрите внимательно. Сижу в засаде, пишу. Дима идет уже с Олей. Мне кажется, у него багажника вообще нет. Что-то отвалилось. Снимают с трех камер. Смешно. Это мой? Да. Да. А вот это не знаешь, я машина? Это тоже моя? Я тоже. Короче, у меня заснят зумом прям момент. До самого момента заснят. Нет. Не поняла. Ты когда букет увидела, не поняла? Ну, когда ты открыл-то, да, как бы поняла. А так такой, ну, там, нравится, не нравится, я откуда знаю. Ты меня сегодня и про Форд спрашивал. Я специально отводил это. Ну, иди посиди, что там. Только посидеть? Что, на тебе ключик дарю. Еще один? Да, у тебя два. А с двух завонится. Ну вот, надо было ты мне в салон с утра бы, там, я не знаю, чтобы я как-то прилично на видео выглядела, а не с кукулей. А ты с родственниками на кладбище съездил тоже. Да, вот именно, я с кладбища. Ну, видишь, сразу зато позитивные эмоции из, так сказать, инь в ян. Да. Ну ты мне иди расскажи, ты мне про автомат. Заводи, разбирайся. Чего? Я заводила только. Правда, куда там камера пишет, фиг знает. Ну ладно, это есть. Что? Нужно отключать камеры. Она все на парковке, просто заводите все. Я же тебе рассказывала, что я. Диме рассказывала, что я только на ручной коробке ездила. Хорошо. Слышь, вариатор. Так что ты меня завтра на работу везешь. Понятно. Как ты так один и выбрал? Ну вот так вот выбрал. Ну то есть все, как ты купил, да, она уже давно оформлена, да. И на учете стоит, и да. Все, и это. То есть можно просто ездить, и все? Да. А страховка? Страховка тут лежит. А она как бы много это, или типа только на меня, но что ты там... На обоих. А, на двоих, двое вписаны, да? Ну, когда третьего я ее, значит, купил, четвертого страховка началась. А, нет. Седьмого страховка, значит, шестого я купил. Шестого октября? Там две недели. Ну, завтра, по-моему, две недели.